Это ты, получается, ты за 2 недели забрал колье и ботинки? За два как отвел. Греция. Запомните вы этот ник, потому что очень скоро вы его здесь не увидите. Бля, Кири, начнутся гулянки, пьянки, бля, девчонки, эх. Пусть обмен мне кинет. Обнажите клинки, соратники. Фрейгуны насмерть будут стоять за королеву льда. Плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. РДД в звезду. Так, упражни диплом. Тяни звезду, остальное танчите в одной точке. Череп. Ты можешь не тянуть череп. Бейте череп все. Чисто добил ковшик. Надо тянуть больше мобов, садите все в одну точку. Глупый Крок! Ты можешь не крутить? Извини, пожалуйста.
пустить меня на опыты. Пикайтесь все в хилов. Ковей, Нейкис, есть хилы? Холли, присты у кого-то есть? Пикайся, Нейкис, там неважно, ПВП, не ПВП. Алдеран, спекнись обратно, у нас секрета не будет, если ты будешь в хиле. Вульгримс, секьюрити, Нейкис, Дудутипка, хилят Валю, Джейлис, Рейд. Нажми клятву, побеги. Кто такой Вульгримс? Не знаю. Шаман. Вы что, не знаете Вульгримс? Нет. Пиздец. На него тут звездочку кинули. Может, он какой-то крутой чувак? Конек зовут. Топ-шаман. Алдеран, подними козыра. Пафы по козыру. Грегор, удар смерти где? Сейчас поищу.
Где отхил вообще-то? Почему ты ударом смерти не бьешь? Ты видишь, у нас один хил в рейде. Проседаешь как шлюха. Два танка на трэше, приз почему-то умирает. Что значит проседаешь как шлюха? Сейчас по команде Дуду Типка споешь гимн. Мерки Фырки, выделяй Вальку, пой гимн на ХП. Теперь Козырь, пой гимн на ХП. Ничего нового, в принципе. Олег. РЛ. Олег. Что, мне не слышно? Слышно, перегоняние. Я отойду на 3 минуты. Не все слова понятно, но слышно. Я не знаю, что это значит. Как-то нелепо звучит, да? Проседаешь как шлюха. Ну вот при чем тут одно к другому? Проседаешь? Lap dance? Гетто с агрипетом трэш на Синдере. Нет, там надо, чтобы Пет на ту сторону призвался. Не надо. Пет сквозь ходит стенку. Да пиздец. Кто-то проходил StarCraft 2? Нет. Только затягивал компанию. Но там 3 типа эпизода, короче, типа людишки, животные и уроды такие, короче. Это 3 разные истории или это нет смысла перепроходить? Не, одна и та же история, только за все разные расы. Ну и последовательность, то есть события. То есть там все последовательно идет. Ну, то есть там... Зашел в инст, и там убьем его. Не, я понял, это 3 раза из головы просто, да? Виталий, как дела?
Что такое? Ну, трэш не добили, ты заходишь в место. Ну, наверное, хуёво. Это плохие слова про меня, скорее всего, думать. Я забыл за это, извините. Бог простит. Меня-то, конечно, вас не знаю. Они должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Да, так можно фармить голду на Оке. Ну, зато трэш за клеткой убили, нормально. Васап, Даниил, вы здесь? Да, я здесь. Ну, давай шаманом вынес тогда. А никто не покупал новую игрушку, вот, типа, в этом батлнете? Типа Divinity 2 или как там? Полный вид. О чем оно? Стоит она чего-то или говно? Я без понятия, но это вроде бы как пошаговая такая. Эти Сильдраны, вот этот ник, он как-то связан с Ведьмаком? Как? Эти Сильдраны. Это вообще ругательство. Нет, потому что у него не Эксель, а Йоксель. Я могу, кем надо пить? Надо шаманом. А, ну это не точно. Мужчинам бы вар, наверное, не помешал, да? Нет. АДК нам бы не помешал. Кольцо упало, сухожилие. Ну, он отдай этому чуваку, как паладину, только первый взгляд, да. Ну, нет, кто не подобрал его. А чё, мы типа сразу что ли, или что, чё? Чё не понимаетесь? Чё ты чокаешь? Что ты, блин, а? Ты кацап, что ли? Чё тебя так плохо слышно? Это взаимно. Милован, у тебя есть микрофон?
шкаф с манего саба. Идем 4 хила, 3 рестра шамана ТЦ. Создать кому-то. Готовится что? Я на личи венхи буду. Да. Наверное. Я просто чтобы знать, фласку пить, не пить. Не пей. Можешь мне дать. Где это, что надо? Каску раздать и локом. Спускаемся вниз. Каску по... Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Аллахала унесут ваши души. Трепещите, смертные, ибо ваша шалфония теперь бессильна. Лек, напомни, пожалуйста, сколько стаков обнаружения нужно ставить? Долго объяснить. Не стакать, когда хилы с освобожденной магией. Дот эти в седру сейчас взлетит. Метка на БДК. Диплом словишь босса. Метки до 200 тысяч. Справа далеко падает. Набежали. Справа опять падает. Слева. Правее. Стопайте по меткам. 50 тысяч уже. Рост. Меломан, глыбу прожми и дамаж. Тяжко сейчас. Вы чувствуете, как ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные! Ваша мана освобожденная магия. Бой сплошные предупреждения. Да, не хватило немного.
правее. Центр. Югим на ману. По центру падает. Стопайте, 50%, 50 тысяч улыбок. Все, фаза пошла. Стали в звезду. Подбросы суслятина. Милики отошли. Слили метку. Босса по центру фрейма. Все, так и стой, прожми незыблемость там. Метку не бить, притяжка, не бить метку. Отошли. От босса милики отошли. Слить метку. Милики отошли. Слить метку. От босса. Милики отошли. Слить. Сейчас притяжка будет. Милики отошли. Сливайте мою метку. Слить мою метку. Милики отошли, только РД сливают. Отошли. Следующую в сторону. В сторону уноси. Блять. Диплом забери. Ты олигофрен, короче. Я не знаю. Почему ты не прожимаешься? Неузающий дар смерти. Да я неправильно этот пошел забирать, когда стаки были. Палик. Отдай им, Янина. Великодушно. Не отдай, отдай Куру. Вы просто так кинули ролл? Или... Да, я не написал. Чень. Их такой дома, у тебя что, ковры не висят на стенах, что ли? Меня? Ты при чем? У меня встроена динамик в клаву, поэтому слышно, как я клацаю. Дай. Так, по тактике. Джелис, Диспелли, Чуму. Кружок, Нейкист, Ромб, Маковей, Диплом, Трусы. Первая волна Валь. Вторая волна Валь. Кружок, Войд, Оф, Ворд, Ромбик, Актулгалы, Трусы. Актулгалы, ты знаешь, как станить Вальку? Чем станить? Что такое вторая волна, первая волна? Я могу всех валить, станет у меня вкачан эту ветку. Актулгалы, трусы, третья валька, ты поняла? На второй волне. На первой волне ничего не станешь, бьешь валик. Теперь
Локи, проклятие косноязычия на лича, пожалуйста. Нам проклятие стихий надо. Нет, оно не надо, его дают АДК и Сова. АДК нету. Есть. Нас там поменяли, типа. Запускаем. Покидай, короче, я подумаю. Ладно, я рок покидаю, так уж и будет. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так. Бой 5, 4, 3, 2, 1. Я оставлю тебя, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РДД в звезду, ловушка. Забери шаркающего. Рутаунд. Чума, одна секунда. Эксель, выноси чуму в трэш. Эксель. Эксель. Долго. Пиздец долго. Милики, ловушка. Чума проебана. РДД ловушка. Милики, встаньте в квадрат. Чума, одна секунда. Альдеран, чума. Спел. Джейлис. Блять, как вы выносите чуму? Опять проебали чуму. Милики, ловушка. Череп, что ты там делаешь? РДД, ловушка. Чума, 2 секунды. Вынесите нормальную чуму сейчас. Диспел. Маквей, давай каплю на диплома. РДД ловушка. Гёта, снимай вступление шаркающих. Стопнули по личу. Побейте шаркающих. Сейчас будет переходка. Все, все на край. Югин на отхил. Нейки, сдавай каплю на диплома. Играйте в духа. Рейндж набрали все. По Югин на муну ставьте тотемы. Сферы бьете. Кресты, хант. Вступление снимай. Диплом поближе. Подойди с этими ебучими мобами, потому что хилы не достают. Играйте во второго духа. Рейндж набрали. Последний дух. Так, Макгрегор, будешь вести этого последнего духа за собой. Впереди духа никто не идет. Прожмешься сейчас. Не прожмешься, упадешь ГП. Сферы сейчас добиваем. Постань мобов, диплом. Сыграли все пока в мелкий трэш дневного духа. Веди в центр лича, веди в центр лича, быстрее. Все в звезду встали. В звезду встали.
Нейкис, кружок, маковей, ромб, трусы, диплом. Через круг сыграли все. Актулгале, стань трусы. Все в трусы играем. Протопал. Вышли центр, дедмайн, осквернение. За ШП стоять в центре. Это зашквар полный. Давайте звезду встали, даем рост. Веди сюда лича. Осторожно, там это как лужа. Смотри внимательно. Звезду встали, сейчас кружок, войд, ромб, оффорд, трусы, диплом. На первой вальке весь рейд влево, осквернение к порталу. Смотри внимательно. Все, вышли все влево. Влево все вышли. Играем через кружок. Сакру прожимай. Заходим в лужу. На ком это было? На РДК. Его шкоди валька схватила. А мне пишет на крови. На фуль? Броня, ты на скрипе? Не-не. Тогда хорош. В смысле, а что за скрипты? Забей. Я что-то не знаю. Или ты просто это сказал? Гровер, ты тут? Давай тебе заменю, ты слакаешь. Иди, пожалуйста, в РК, макрос на разбак этого ДБМа. Давайте все на ночам быстренько. Нету сил даже, маты. Да, только они... первую скобочку убери, короче, лишнюю. Спасибо. Кто еще кроме вара дает крит? От. Медведь. Ладно. Я могу на фурика зайти. Кто сказал? Кот. Не надо, кот есть, значит крит есть. Рыба есть, рыба? Есть у кого-то рыба? Есть. Чек на пул. Меломан, может ты будешь бежать, а не ждать, пока мы тебя порысим? За тебя мы теряем время. Дайте бафы опять. Пул баф. Ничего не бафай. Не надо стан пока. По команде. Джейлис готова. Дис. Запустил. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас.
более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки. Ладно, дайте. Ты пройдешь через эти мучения. Дероин, Форт Лапу, дайте. Ожидаю. Все. Я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Горн. Есть Горн, да? Да. Мелики ловушка перебежали. РДД сместились в звезду. Чума 5 секунд. Суслятка, наноси. Диспел. Мелики, ловушка, РДД, смещайтесь. Мелики, ловушка. Отбежали. РДД отбежали. Звезду. Идеален, чума. Так, у меня забагался, походу, аккаунт. РДД ловушка. Кому не трудно будет, скините ма, красный разбаг. Барка уже скинул. Спасибо. Только скобочку лишнюю бери первую. Шарк еще второй. Сейчас чума будет, РДД ловушка. Альдеран, подними кора. Во, это чума. После заражения, захильте его. Мимики, ловушка в РДД зону все. В звезду встали. Маковей, каплю на диплома. Смотрим ловушку. Мелики ловушка. Короче, все на крае там ловушка. Герцогиня чума. Диспел. А кто голы выносить чуму? Югим на ману, ставьте тотемы. Да хватит, стой. Сука. Блять, разошелся, да? Без виз, блять, хули. Да хоть 4. Второй дух вышел, второй дух Альдеран Агро. Заберите танки. Буду типка, давай гимн на ману. Сферы, все в сферы. Последние духи в сферы. Давайте все в сферы. Звезду встали. Все в звезду. Некис, кружок, Маковей, Ром, диплом, трусы. Отлично, Уфорт, Уфорт. Ромбик застань. Все через ромбик. Уже дали ему стан. Сгернение, кьюэ, выходи. Рост. Хули трусы так полетели? Становимся в звездочку. Кружок ловит. Ромб, Офорд, трусы, актул голы. На первой вальке будет осквернение. Кто не выносит 500 гп. Звезду встали. Первая валька пошла. Влево ушли. Секьюрити, ты где?
Через кружок играем, в кружок играем. Нажмись, Макгрегор. Играем в трусы, веди лича на край, осквернение сейчас будет. Стоим пока возле звездочки, с центра все съебите. После осквернений за звездой идем. Инере Ульгримсо Security поможет. Все, давайте все в звездочку. Кружок, Некист, Маккавей, Ромб, Диплом, Трусы. Встали в звездочку. Сыграли. Раздали стан, играем через Ромб. С центра все вышли. Трусы добить. От меня отошли. Становимся там, где стояли раньше. Череп встали. В лужу не заходить. Череп, давай. Теперь Войд, кружок, Оффорд, Ромб, Тулгалы, трусы. Стани Вальки, переводим лича. Застанили в центре и отошли от центра. Все рейндж набрали. Прожмись, этот Макгрегор, все на край. Осквернение, секьюрити. На край все идем. На край. Так, прожми диплом. Отдал уже гем на хп. Дэдмайн, козырь, гимн, ну, тотемы ставим. Первого духа сначала бьем. Агро, второй дух. Все, играем в следующего духа. Все, играйте в следующего духа, в фулл хп. Шарик. Все в кружок. Все в кружок сыграли. Макгрегор, жми. Так, СС есть на Макгрегоре? Нет. Хорошо, Вуди Аллен вешает СС на Макгрегора. Давайте в звезду. Альдеран, звездопад только в комнате. Чтобы уничтожить короля лича? Под бомбу. Идем. Так, Русакру, давай, пошли. Гимн на хп у кого-то есть еще? Мы бежали дальше. Кресты и сушение по духам. Шаманы, ставим тотем гнева в комнате. Увеличивается, уменьшается каст цепухи. 1.4. Вышли все с комнаты. Играем все в кружочек. Кружочек в одну точку. Уже не получится. Веди лича к звезде сейчас. Диплом, куда ты идешь? Иди на духов сейчас. Диплом. Ку-ку, проснись. Можно гимн? Осквернение сейчас смотрим. Пою гимн. Ауфорд, осквернение. Да, два ракала. Эксельдраны тоже на платформе сдох. Давайте в звездочку. Вы не должны оказаться во власти людей.
Иначе, как и я, будете навек пропущены этим проклятым клинком. Надо выбегать с осквернением на сторону духов, ты, наверное, уже понял. Диплом не прохлопал нормально духом еще. Так, сейчас мы выйдем с комнаты. Духи падут на нас, поэтому мы забиваем на все, ориентируемся на звезду. Идем к звезде. Давайте все за звездой идем. Духи спустились. Макгрегор, куда ты идешь? Ты тролль? Шпионку, ну то. А, 1000 хп. Вводи лича к трону. Оставляю без комментариев то, как ты оставляешь лича с духами. Осквернение 2 секунды. Выносим осквернение к трону. Духи спустились. Диплом хлопает духов. Тарелку. Мастаун. Точечный таунт духа, который в рейд идет, но идеален. Хлопнул уже. Тема захиливайте рейд. Как и я, будете навек пропущены этим проклятым клинком. А можешь под последние 2 секунды дать этот скорость хант? Дух стая. Включи дух стая сейчас. Не видишь, мы не получали урон сейчас. Ой, не дизели нас. Сколько времени прошло? Час 55. Да. Вы что, сдурели? Что, еще одно, может? Дай мне силу разбить. Ты его в общем чате или не чате прожимаешь и разбагивается до ДБ. Надо себе бить макросы. Невозможно.
Прекрати, Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено. Так, нормально ходили два шамана и лицера? Вообще не плотно. Нормально. Я помню, мы еще ходили Аршан, Эрдру и еще какой-то хил был. Не помню, мы тоже в три. Хулипоп. Ну, может. А, да, там, потому что Джерри, он на Вальках улетел. Мы втроем ходили. О, физикель. Опа. Я, кажется, знаю, кто сейчас пилинг берет. За Синдрулю сейчас сколько ипну? Пятьсот и 200-700, наверное, если ничего не путаю. Даня, а сколько у вас налоги? Я просто мемасик читал, что типа в Германии 30 с чем-то процентов ПДВ идет. Не, ну... От 20 до 40 процентов. В смысле, от 20 до 40 там налоги высчитываются по-разному у всех? Да, да, да. То есть для семейных, с детьми. Ну, если ты один, то есть ну, не женат, не замужем, то 40%. Мотиваторы хуя. Вуди Аллен разошелся что-то. Это чтобы в браке, типа, брали, и шли. А там же можно и педикам жениться. Педики тоже 20% еще получат. Вот, расскажи-ка, что там про педиков. 20 это если с детьми, там, если просто женат. Там еще тоже, когда вот ты женат, там один из супругов. Фишка в том, что один из супругов может 20 платить, а второй, то есть максималку. То есть обычно так делают, если жена там, допустим, на полставки работает, она платит 40%, а муж 20%. Я еще сам особо не вникал. Налоги здесь большие, конечно. А чего Ваня Ваника желтый модератор?